самое сложное – это кисть. Вот на протяжении уже более 10 лет, что работаю уже педагогом, работа кисти и вообще построение кисти – это самое сложное. На уровне желудочка, на вторую открываем. Постой. Я их прошу именно открывать не верхние мышцы, как я говорю, а внутренней. За счет внутренней мышцы мы открываем ногу. Говорю, что вот под пяткой у нас либо острое стекло, либо острый гвоздь. То есть мы ее максимально наверх поднимаем. Танзю открываешь, проверяешь, как ты идешь. Икра наружу. Пяточка. Раз и два. И три, четыре. Возьмем ролевые наверх. Раз. Постояли. Постояли. От верха нога работает сильно. Наверх. От пяток. Наверх. Выворачиваем и опускаемся. Открыли ручки, закрыли. И вниз. Ап. И шаг наверх. Пор добра назад. Рука открывается, ножка в пятую. Поворот, рука, перегиб на бочок, назад, вернись, сядь, встань.